Так, будем оживлять стулья. Вот такие вот стулья барные. Содралась кожа. Кожзам, обивка вся. Надо ее почистить и перетянуть заново. Пытаюсь почистить паровой шваброй. Вот такие вот насадки. Вот такой вот со щеточкой. Конечно, неудобно. Так, ставлю. Сейчас мы все пылесосом весь мусор уберу. Тот еще не пробовала. Это вот наполовину. Вот паром здесь какая-то часть. Вот так вот. Потом еще губкой и моечкой каким-нибудь. Посмотрим, что получится. Так, теперь вот сидушку одну сняла. Они мокрые, подсохнут. К батарее поставлю, подсохнут. Батарея горячая. Сниму вот эту, ну, на дне, которая. Сейчас ее сниму. И все. Это я их поддела скобы уже. Сейчас их повыдергивать надо. И снять, поменять или ее. Так, подложку вот эту я скобы плоскогубцами вытащила. Наверное, постираю. Здесь почему-то целлофан. Может, он нужен? Не знаю. А может, от упаковки остался. Я просто думала, переделывать нет. Но так как ножки-то абсолютно целые. Мусор везде. Я просто обтяну заново. И все. Второй-то я не открутила. Так вот, эти стулья стояли, ну, почти у подъезда. Выкинули. Я их домой притащила, чтобы переделать. Нам такие не нужны, у нас нет таких высоких столов. И попробую продать на Авито. Здесь еще подкрасить вот надо. Стоит ли возиться? Не знаю. Новые вроде. Цена на них сейчас 3000, так как металл. Бэушные. Кто как ставит. Кто по 1,5, кто по 2500. Ну, тоже деньги на дороге не валяются. Почему такой отверткой вот? Потому что муж занимается ремонтами. И, как всегда, все инструменты утащил. Ремонт не квартир. Как всегда, все инструменты утащил из дома. Да, а красить тут... Даже не знаю, как тут красить. Сейчас покажу. Я не видела, что так ободрано. Ничего не видно почему-то. Почему не видно-то? Вот, теперь видно. Вот он как ободран весь. Но у меня есть шлифмашинка и краска серебряная. Наверное, можно попробовать шлифмашинкой. Вот возиться, не возиться, если я их даже выставлю, то, наверное, по 1000 рублей. Но их еще обтянуть надо. У меня есть вот такая вот уже готовая обивка. Это я стул себе делала. Заказывала на Вальберис. Уже готовая она на поролончике. А есть вот как лайкра, она растягивается. Ну, для сидения, наверное, слишком тонкая. Но тянется.
Посмотрю, а то, может, красиво сделаю, хоть и ставить некуда, себе оставлю. Ну вот, готово. Сняла. Сидушки сушатся. Вот один-то нормальный. А вот этот, как будто молотом били. И не знаю, на коньках, на фигурных, как будто сидели на нем. Ужас какой-то. Ладно, придумаю что-нибудь. Ну, вот так вот получается. Тоже отбил, прикрутить осталось. На втором заднюю внутреннюю сторону.